пасека была построена еще при Советском Союзе. А сколько меда тут. Даже пожарный щит есть. Медведь сюда приходил пару лет назад. Тут раньше дедушка работал. Ой, родец. А вот этот вот домик тот же самый, да? Нет, а вот этот вот прежний дом остался. Мне кажется. Нет, тут переделали все. Тот был больше. А это знаешь для чего? Это дым делать. Его разжигают, вон то он трухнул. И дым. Ой, сколько подушек, матрасов тут.